Всем привет, друзья, с вами Неломоп. Прям такая музыка сразу начальная у нас появилась. Мы сегодня играем в Roblox в режим Bisfarm Simulator. И мне мои зрители, в частности, по-моему, это был Фомыч, Михаил или Маргоша, кто-то с них, по-моему, мне подсказали, что почему я экономлю деньги, собираю вот эти вот мед для того, чтобы, собственно, взять и потом купить себе новую ячейку. Зачем я это делаю, если я могу, допустим, какую-то такую слабенькую пчелку отсюда отковырять и туда могу вставить, к примеру, любую из тех пчел, которые у меня тут имеются, такие в яйцах. Поэтому я принял решение такое. Я понял, что они реально, они правы. Тем более, покупка одной такой функции, чтобы выковыривать это, получается, лишнюю, ненужную мне пчелу, стоит, по-моему, всего лишь 50 тысяч. Поэтому мы сейчас сюда отправляемся. Мы это дело сейчас используем. Но вначале я зайду в этот в аквариум, куплю эти штуки. У меня, давайте посмотрим сразу же, сколько у меня есть яиц. Раз, два. Яйца у меня есть серебряных, два есть диамантовых, и одно у меня Паппи-би. Это Паппи-би, это то яйцо, которое, собственно, в котором вылупляется пчелка-собака. Вот, собачья пчела, скажем так. Поэтому нам нужно, по идее, купить 5 штук. И, кроме того прочего, у меня насобиралось тут 25 миллионов. У меня уже есть 37 миллионов, я нафармил, что я могу купить себе самый крутой сейчас головной убор. Но мы это на сдачу постараемся купить. Нам самое главное сейчас купить вот таких штук, 5 штук. Итак, раз. Смотрим, где оно появилось у меня или не появилось. Я не вижу его тут нигде. Не понял. А где? Как оно? А, вот, вот. Один, два, три, четыре, пять. То есть на 5 яиц мы купили. У меня осталось денег 37 тысяч. Все хорошо. И на сдачу. На сдачу мы покупаем себе сейчас супер-пупер крутой головной упор за... Головной упор. Головной упор за 25 миллионов. Вот. Лив, и теперь у меня есть крутая шапочка. Я теперь вообще стал крутой, еще и в ботинках. Ну, конечно же, погоны мы еще пока себе топовые не приобрели. И, конечно же, эту палку, копалку тоже и ведро, собственно, на плечи тоже себе пока что еще позволить не могу. Слишком это большая для меня роскошь. Сейчас мы, собственно, идем дальше. Идем куда? Значит, мы купили 5 штук вот этих. Ага, коды. Кстати, коды. Давайте попробуем. Значит, тут есть такой код, называется Club Party. Клубы Party. Club Party. Redm. Что он мне дает? Превращает меня вот в такого человечка. Дает нам какой-то там receive... А, дал мне шипы. Вон там, видите, все, что он мне дал. Короче, он мне дал очень жесткий буст. Он мне дал буст, благодаря которому я могу... Могу много добывать. Видите, какой-то я медвежонок. Я теперь в форме черного медведя. Так, это все очень хорошо. А мне ребята писали еще какие-то еще коды. Сейчас проверяю. Смотрите, какие там ввожу. Пампинг, какой-то там джуз. Этот я уже использовал, но вы можете проверить у себя. Видите, мне пишут, что You have already. Ты уже его использовал. О, еще один какой-то я. Гримлингу... Битрис какой-то. Вот я использовал, тоже получил какие-то бонусы с него. В общем, я себя тут жестко набустил. Сейчас, собственно, идем заниматься уже теми делами, о которых я вам говорил в самом начале. А именно, сейчас мы отправляемся с вами вот сюда, чтобы выковыривать яйца. Значит, ну как яйца? Пчел. Есть пчелки слабенькие, которых я могу, в принципе, пробовать желейкой использовать, а могу пробовать их выковырять. Ну и, допустим... Эта пчела слабенькая, я ее убрал, и на ее место сейчас я сюда помещу пчелку-собачку. Или нет? Или да? Давайте пчелку, начнем с нее. Пчелка-собачка, бомц, опа, эвентовая, Паппи-би, new type discovered. Она типа считается эпической. Мне интересно, как она, что она мне дает, какие с нее выпадают штуковины. О, Михаил тут с нами бегает, гляньте-ка, вон с ножницами какими крутыми. На самом деле это нубские ножницы, но ничего, он еще прокачается. Так, что, где моя собака? Я хочу увидеть, что мне собака дает. Собака-убивака, ты где? А, вот она, собачка, вот она, видите? Ползает тут собачка моя, пчелка-собачка. Ну, я хочу увидеть, что ты мне дашь. Какую ты мне дашь таблетку, какая из тебя выпадет. Где она, собака? Надо за ней следить. Вот она тут ходит собака. Собачка. А, кстати, я вам не показал самое главное. Я буду так стараться сейчас ее смотреть, чтобы она что-то мне... пока, чтобы с ней что-то выпало. Надо найти собаку и посмотреть на ее характеристики. О, Паппи Би, вот она. Так, собачка, вот она. И что она? Gifted have bonus 20% bound from teeth.
Мэкис 80 да, ин 4 секунды. Energy добавляет. Короче, она очень какая-то, походу, крутая. Так, но собака пока что никаких мне не попадается. У нее ничего мне не получается. Мне никакую таблетку родить. Имеется в виду эти вот значки, никаких мне пока не дает. Но может попозже мы с вами заметим что-нибудь новенькое. Но пока ничего не выпадает с нашей собаки. Может быть, она просто дает чаще вот это вот печенье, она вытягивает с цветов. Есть такое вот у меня подозрение. Может быть, она у нас на печенье специализируется, собака. Но нет у нее какой-то специфической таблетки, какого-то буста такого суперового. Хорошо, ладно, с этим мы делом с вами разобрались. Следующее, что мы с вами планировали сделать. Смотрим, шипы. Так, это я все сделал, собачку я завел. Показать вам хотел, сколько у меня тут получается есть сейчас билетиков. 213. Чтобы купить новую пчелу, мне нужно их иметь 500. Это еще будет не скоро. Что хотелось сказать еще вам? Ага, вот. Тут осталось всего лишь 6 дней. У вас совсем мало времени, чтобы воспользоваться возможностью и купить себе по бонусной цене за билетики. Вот можно за половину цены купить себе вот это вот. Потом она станет, наверное, 2 раза дороже. Сейчас она стоит, получается, 250 тикетов. Вот, я пожертвовал их. Так, с этим мы делом разобрались, шлем я купил. Теперь я сделаю, наверное, свой обычный обход, как я обычно и делаю. Но будем присматриваться к тому, еще мы с вами, что у меня здесь происходит по квестам. Во-первых, мне надо Вервульфа одного завалить. Смотрим еще вот здесь. Так, 10 у меня есть билетов. Тут мы можем принять участие? О, можем, давайте примем участие вот в этом соревновании по Бырику. Так, мурашки, давайте, мурашки, мы с вами сейчас сразимся. У меня уже появилась крутая пчела-собака. Сейчас она вас тут всех загрызет, я уверен, на 100%. Давай, собачка, давай. Покажем класс. Покажем, конечно, покажем. Еще партия появилась пчел. Тут еще очень важно, я так понял, когда ты здесь вот бегаешь в этом поле, очень важно собирать все бусты. Ну, то есть все эти вот таблетки, как я их называю. Значки, как хотите называйте их. Вот, очень важно их все собирать. О, это, по-моему, от собаки. По-моему, это от собаки буст пролетел. Ой, боже ты мой. О, где-то появилась эта вот... Я не успею на нее. Мне надо сейчас либо проиграть, либо пойти туда с нею воевать. Винтус Би появилась. Но как обидно, что так я не вовремя начал это соревнование. Так, собака, воюй. Воюй. Шипы я не успею забрать, скорее всего. Ладно, пропустим. А, я уже кто-то защитил так быстро. А на ком поле? Я не успел даже прочесть, на ком поле это дело произошло. Так, о, гигантский муравей появился. У меня даже есть квест на гигантского муравья. Так, давайте, грызите его, грызите гигантского этого муравьёху этого гигантского. Кусайте его. Так, муравей, ты меня не одолей. Опа, улетаем. Ой, жизни совсем мало, что-то осталось. Прячемся в уголок. Я спрячусь в уголок, чтобы никто не уволок. Ой, уходим. Перепрыгиваем через огонь. Ух, еле-еле справился. Что-то у меня тут много начало появляться этих муравьев. И у меня, знаете, какое подозрение есть? Что мы начали очень быстро фармить. Я быстренько заполняю эту вот полоску зеленую. И у меня получается очень много сразу выпадает муравьев. Я не успеваю их всех уничтожать. Ой, еще попадали сверху, вон, смотрите-ка. Два красных огненных. Мы их завалили быстро. И вот тут еще получается обычных, черных. Сейчас мы с ними тоже поквитаемся быстро, расправимся вернее. Так, процесс окончен. Теперь что? Теперь что? Ну что, фармим просто? Ой, опять на меня на голову сбросились эти вот пчелки. Тьфу ты, мои пчелки, муравьи. С крыльями, не трожьте меня, отстаньте. О, начинает ездить уже газонокосилка. О, мама мия. Так, о, мед, надо собирать. Фармим. Так, отличная работа. Собираем. О, еще муравьи нападали, боже мой, я не успеваю со всеми справиться. О, успел, видели, как я ловко? Ай, эти же меня преследуют, муравьи с крыльями. Они вечно за мной бегают. Не дают мне спокойно побегать, пофармить. Пройти, набрать рекорд какой-нибудь. Так, откуда? Посередке едет. О, это, по-моему, от собачки. Так, опять муравьи. О, гигантский муравей, у меня квест на гигантских муравьев. Бьем гигантского муравья, бьем. Стараемся все контролить, чтобы ничего у нас не произошло плохого. Стараемся... Ой,
контролить стараемся. О, есть. Так. Чё? И чё? А, 40 секунд осталось до концовочки. 40 секунд. Музыка началась заново. Я думаю, чё она остановилась? Просто заново начала. Сейчас снова партия муравьев. О, красные муравьи, огненные. Надо с огненными расправляться как можно быстрее, чтобы не... А, машина! Фу ты, ё-моё, газонокосилка сбила меня. Я испугался. Прямо мне... Сзади, короче, меня старанило. Так. Тут все под контролем. А теперь собираем. Собираем. А, я не успел собрать. Ну ладно. Так, газонокосилка. Сколько у нас... Ой-ой-ой, что-то их очень тут много. Муравьи-шахтеры нападают. В касках. Их называем муравьями-шахтерами, потому что у них зеленые каски, такие, как у шахтеров. Так, этого должны добить. Хорошо. У меня скорость 58. Слабенько. 48 осталось. Слабенько. О, еще муравьи. С крыльями самые жестокие. Они меня преследуют. С крыльями муравьи преследуют меня. Так. Уходим. Ой, газонокосилка. Подкосила меня газонокосилка. Мед. Наблюдаем. Опа. Уходим в эту сторону. Посередке сейчас поедет. Так. Осталось 15 секунд. Скорость 60. 5. О, еще муравьи нападали. Ну, где мои пчелы? Пчелы. О, вы видели? Муравей на меня набросился. Мой старый результат 77%, а мой новый результат Critical Power. Ну, мне кажется, Conversation. Мне кажется, что мой новый результат немножко получше. Там 13, 12, а там целый Critical Power 15. Беру себе Critical Power, новый результат. И мы получаем за этот вот наше участие 805 тысяч меда. Берем. Хорошо, с этим мы делом справились. Значит, тут я взял, по-моему, сейчас еще раз перепроверю это все дело. Так, хорошо, пока у нас есть буст, мы можем пойти еще, в принципе, поучаствовать в состязании в этом. Мы можем повоевать, получается, с королем жуков. Он тут есть хотя бы? Есть! А ну-ка посмотрим, как собака сейчас будет его бить. Так, уходим в сторону. Ну, довольно-таки не очень быстро. Я бы сказал, что как-то ощутимо собака начала быстрее его бить. Но как-то бьет. Так, ему, кажется, остался один прыжок. Ну, максимум два. Вот прыжочек. Оп. Все. И погиб. Хорошо. Справились мы с ним. Получили левел ап для нашей собачки, что очень даже приятно. И теперь мы подумаем, чем нам можно еще тут сегодня заняться. Ой, а что так взрывается все? Куда это я так... Так, жуки, отцепитесь от меня. Во-первых, можно еще сделать наш обход ежедневный. Мы обычно... А сейчас я квесты еще свои открою. Значит, пампинг. Мне нужно 750 тысяч нафармить. Два вервульфа уничтожить. Вот это я уже сегодня не справлюсь. А вот с квестом, который у нас называется Sinking, что там? About Zeus Link. Или This Link. Нет, здесь не так пишется. Zeus Link. Нам нужно одного паука уничтожить. И, в принципе, у нас все получится. Сейчас мы этим делом пойдем и заниматься. Мы сейчас встретимся с мистером Пауком. Побеседуем с ним, скажем ему: пацанчик, ты не прав. Давай нам это самое, давай. Уходи отсюда, уходи с этого поля. Мы сейчас этого дела выполним. И этот квест у нас к чему относится? Учитывая то, что там написано Link Token Complete, то это мне только одно подсказывает, что этот квест относится к тому человечку, который у нас медведь-путешественник. Медведь-путешественник у нас вот здесь находится, и у него можно ботиночки заработать второго уровня, чтобы нужно выполнять его квест. Вот знак восклицания уже появился. Сейчас я ему, получается, квест даю. И, конечно же, он мне немножко тут дает прибыли. Меда мне дал, там желейки какие-то. Беру у него новый квест, смотрю, что там да как. И он мне дает, значит, задание бомбочки собрать и... Moon Charm Tokens. Moon Shard — это вот эти вот месяцы мне нужно теперь будет собирать. У меня их сейчас пока что 20 штук. Нужно 100, чтобы я получил амулетик. Это довольно сложно, потому что это не часто появляется. А здесь дерево у нас появилось. Можем кому-то сделать помощь. Поставим здесь вот такую штуковину. Вот.
Смотрим, что у нас тут еще реально сейчас делать. Значит, этот квест, про который я вам говорил, гигантских муравьев, которых мне нужно уничтожать, очень много. Мне нужно еще целых 10 штук, то есть мне нужно еще, грубо говоря, поучаствовать, ну, где-то 4 раз поучаствовать в соревнованиях с этими самыми, с муравьями. Вот, а тут у нас мы сейчас один раз вервульфа, по идее, победим. То есть мы тут немножко этот квест почти выполним до конца полярного медвежонка. Значит, темного медведя мы сегодня квест уже не успеем выполнить. Это я уже выполню не на ролике, наверное, сам. Ну и все, в принципе. Ну и все, сейчас мы этого, добьем этого товарища. Вот он, все. Отбросился? Отбросился. У меня сейчас есть 14 тысяч. Я пока даже не знаю, что мне с этими 14 тысячами делать. Просто мне кажется, что мне нужно экономить сейчас деньги на что-нибудь более важное. Например, на новые наплечники, которые по 60 стоят. Либо же на новый инструмент, который топовым считается. Вот. А вы, если что, можете мне что-нибудь посоветовать, что мне лучше сейчас купить, что как мне лучше дальше сейчас действовать. И я постараюсь к вам, к вашим советам прислушаться. Так, ну и в заключение мы сейчас... Сейчас хотели с вами еще использовать, значит, 4 у меня имеются, у меня сейчас имеется еще 4 таких штуки, которые я могу здесь вот использовать, я могу их извлечь, лишних пчелок, извлекаю, допустим, в начале 2, и смотрим, у меня есть 2 диамантовых яйца, с этих яиц... Постоянно выпадают легендарочки. И сейчас мы посмотрим, какие мне выпадут. Как мне повезет или нет. Так, Blue Legendary. Это у меня такая уже, по-моему, имеется. То есть у меня повторка выпала. Берем еще раз яйцо легендарное. Пихаем его сюда. О, New Time. Music Bee. У меня появилась новая легендарная пчелка. Это очень прикольно. И у меня осталось 2, получается, яйца сильвера. Сейчас мы это дело тоже попытаемся реализовать. Для этого дела мы должны выковырять еще 2 пчелки. Так, я ничего не напутал, чтобы я какую-то случайно редкую пчелу не выковырял. Так, вот эту выковыриваю. И вот эту выковыриваю нижнюю. Все, и на их место я вставляю 2 серебряных яйца. И смотрю, эпическая попалась мне, но это ерундовая пчелка. И какая-то рарная красная пчелка Паскаль. Она тоже плохая. Мы сейчас эти еще попробуем, испытаем нашу удачу с помощью трансформации. Так, чтобы я не ошибся. Так, опа, смотрим. Red Epic, ерунда. Blue Rare, этот, о, Blue Legendary, еще одна легендарка. Но это, по-моему, у меня такая имеется уже, ниндзя. А вот она сверху, у меня 7-й левел. Такая имеется. 9 штучек у нас осталось. Вон как у нас легендарок уже всяких. 9 штучек мы сейчас вот сюда будем их применять. Так, смотрим. Это у нас красная. Это рар, рар. Эпическая, эпическая, рарная. О, легендарочка, Леон Би. О, такая, по-моему, New Type. Да, New Type, такой у меня еще не было. И мне сегодня чрезвычайно везет, чрезвычайно везет. Вы сами видите, что у меня что-то пошло по легендарочкам хорошо. Но если такое дело... Нет, тут уже больше легендарок нету. Таби Би, это что? Always transforms be into the Taby Би. А, я выполнил какой-то квест. Боже мой, как же я натупил, как же я натупил, ребята. Вам на будущее, не тратьте, значит, свои билетики на то, чтобы по акции покупать. Видите, у меня Таби Би Джейли, Пампи Би, у меня теперь есть 2 желейки, благодаря которым я могу сделать трансформацию. Но сейчас я уже не могу их использовать, потому что я взял и купил их через магазинчик. Не надо это делать. Вот вам по квестам, вам попадется потом рано или поздно вот такая желейка, благодаря которой вы сможете с этим делом справиться. То есть это покупать вообще, по сути, тогда получается не нужно. По крайней мере, собачку и Таби Би. Таби Би и собачку покупать получается не надо. Значит, Пампи. Это у нас Папи, а Таби... Таби Би. Подожди-ка, почему я тогда не могу нигде ее использовать? А, это фантом. Тьфу, ё-моё. А вот это Таби. Кошечка, видите? Кошечку покупать вообще вам не стоит, и собачку покупать тоже, потому что за квесты можно заработать желейки, которые вы потом позже сможете просто применить на обычных пчелок и заработать это дело. Но еще я хотел сейчас, раз уж у меня появилось много легендарок, по крайней мере 2 новых, возможно, у меня теперь хватит их, чтобы я здесь их это вот дело активировал. А ну-ка, summon, Nilamob has summoned the... Какой-то я где-то что-то я засумонил. Я дерево, по-моему, где-то засумонил.
То есть благодаря тому, что я имею теперь много легендарок, я раз в 8 часов могу брать и сам брать и суммонить растения. То есть вот такая фишечка еще имеется. То есть можно помогать и суммонить. Вот такой вот получился у нас сегодня ролик. Если вам был полезный, если вам он понравился, то что ж, тогда ставьте лайки и будем еще что-нибудь новенькое вместе с вами здесь изучать. С вами был Неломоб, мы увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока-пока.